Добрый вечер, мои дорогие. Продолжаем творческий вечер Владимира Васильева, посвященный Людмиле. Прозвучит впервые мой авторский стих «Стрессы». Стрессы одни, идет война, стрессы дни, ушла жена, и не так идут дела, судьба, наверное, увела. Бегут поэтому слова со мной, святая голова, погода там, ни нам, ни вам, и планы все ни вам, ни нам, а значит, надо подождать, там лето, снова ожидать. Иду в спортзал, там покачать и по дорожке пробежать, чтобы потом себе сказать: ну, молодец, седрена мать. Улыбка есть и на лице у женщины-красавицы, то ты меняешься в лице от глаз красавицы. Скоро уже уйдет война, и, как всегда, придут дела, может, жена? Нужна она, ну а пока была не была. Стрессы одни, идет война, стрессы дни, ушла жена. И не так идут дела, судьба, наверное, увела. Бегут поэтому слова со мной, святая голова. Благодарю вас.